Ребята, сегодня я буду тестировать детскую косметику и взрослую. И погнали! И тут у нас 4 цвета. Голубенький, розовенький, зеленый и красный. Давайте возьмем голубенький. О, неплохо, кстати. Но мне кажется, что взрослая будет лучше. И сейчас попробуем накрасить губы вот этими тенями. Я так намочу. Ну, как вы видите, у меня получилось вот так. Сейчас будем тестировать взрослую. Ну, а тут даже не перечислить все цвета. Давайте попробуем сделать. Давайте розовые покрасим, что ли. Ну, так у нас получается. Сейчас попробуем губы еще сделать. Ну, а губы я сделаю другой кисточкой. Сейчас, минуточку. Давайте губы сделаем тоже такие розовенькие. Только с блестками. У меня сейчас лето, так что вот так все плохо видно еще. Такой небольшой ветерок у меня. Поэтому придется шторы держать. Итак, вот эта сторона детской косметики, а это взрослый. Пишите в комментариях, какая сторона вам больше понравилась. Ну ладно, всем пока!